Здание бывшего роддома номер 4 под единый центр вакцинации оборудовали специально. Провели косметический ремонт кабинетов, заменили плитку, батареи, установили новое оборудование. Как говорится, всерьез и надолго. Желающих вакцинироваться здесь разделяют на три потока. Это и неудивительно. В новом инъекционном центре рязанцев обслуживают сразу в 9 кабинетах. И врачам, и пациентам активно помогают волонтеры. Все сделано в соответствии с требованиями, с санитарными требованиями. Центр будет работать на постоянной основе по адресу Крупская, 26. Еще в этом центре использована методика бережливого производства для того, чтобы не смешивались потоки пациентов. И у нас заходящий пациент, заходит он в одну дверь, выходит в другую, и потоки никак не смешиваются. Теперь официально. Пункт вакцинации на Каширина 1Б больше не работает. А сюда с самого утра приходят люди. Кто-то, чтобы первый раз сделать прививку, а кто-то уже на ревакцинацию. Для получивших инъекцию есть зал ожидания. Здесь можно провести первые полчаса после укола под наблюдением врачей. Также центр оборудован отдельными помещениями с холодильными камерами для хранения вакцины. Холодильник оснащен резервным источником питания, чтобы при возможных перебоях в электроснабжении сохранить препараты. Сегодня на Крупской 26 есть все виды вакцины, так что переживать за то, что не хватит, поводов нет. Ждут вас здесь ежедневно с 8 утра и до 8 вечера. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».